Еще в 2014-м стало известно, что у Филиппа Янковского развилась фолликулярная лимфома, онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения. Актер прошел курс химиотерапии, ездил лечиться в Израиль. 3 года назад режиссер сообщил Стархиту, что недуг остался в прошлом, а сам он абсолютно здоров. В последнее время артист редко выходил в свет, отмечая, что равнодушен к публичным мероприятиям и занимается работой. Вчера Ксения Собчак поделилась снимком с режиссером, намекнув на будущий совместный проект. Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологических клиник, как вы могли подумать, глядя на это фото, прокомментировала кадр ведущая. Но поклонники обратили внимание не на белоснежные улыбки звезд, а на худобу и болезненный вид Филиппа Янковского. Многие даже не узнали 50-летнего режиссера. Янковского не узнать, худой очень. Болеет. Удивились пользователи сети. Тоже его не узнала. Жаль. В последнее время многие из известных людей огорчают внешним видом. Неизвестно, что за этим стоит. Слабость, болезни, распущенность, безысходность. В любом случае всем сил, жажды жизни, любви к себе и к тем, кто дорог, писали комментаторы. Большинство сошлось во мнении, что режиссер выглядит изможденным из-за длительной борьбы с раком. После химиотерапии иммунитет артиста ослаб. Вес снизился, что не могло не сказаться на внешности. Некоторые даже предположили, что стадия ремиссии прошла, и актер вновь болен. Однако ни сам Янковский, ни Ксения Собчак не ответили на вопросы подписчиков. Беспокоит поклонников и тот факт, что верная супруга режиссера Оксана Фандера в последние месяцы перестала публиковать совместные снимки с возлюбленным. Оксана не показывает фото с мужем. Может, боится, что все узнают о возвращении к нему болезни? Размышляли комментаторы. Напомним, что супруги вместе почти 30 лет, и Фандера была рядом с артистом, когда тому диагностировали онкологическое заболевание. Филипп Янковский, мне в жизни повезло, у меня долгая любовь с моей женой Оксана настояла на постоянных обследованиях мужа у врачей, ведь его недуг – наследственный. Отец артиста Олег Янковский умер от рака поджелудочной железы. Поклонники, переживающие за здоровье режиссера, надеются, что их опасения неверны, и Филипп находится в добром здравии.